ВИЧ-диссидент или Дмитрий Неверующий? На новосибирского рэпера Мартеля по прозвищу Игрок заведены 2 уголовных дела. Поставился молодой человек сам, только представьте, он в соцсетях похвастался, что мог наградить ВИЧ-инфекцией 37 партнерш. Среди девушек оказалась и 14-летняя школьница. За последние полгода после развода у меня было порядка 37 девушек. 9 из них проверялись на ВИЧ, дурочки, ни у кого из них анализ не был положительным, при всем при том, что я-то положительный. Именно заявление девочки, которая была в числе любовных побед рэпера, привлекло внимание следователей. Школьница призналась, что боится быть зараженной, и попросила наказать его. Теперь рэпер обвиняют сразу по 2 статьям. За действие сексуального характера с лицом, которое не достигло 16-летия, и заведомую опасность заражения ВИЧ других людей. Светит не в меру активному музыканту 4 года за педофилию, 8 за инфекцию. В соцсетях сам Мартель называет себя ВИЧ-диссидентом. Он отрицает существование этой болезни, не испытывает угрызений совести перед многочисленными любовницами. Хотя от содеянного не открещивается. Вот вам и музыкант.